Добрый день. Сегодня я хотела вам показать промежуточный результат по всходам и рассаде, и распиковке рассады Tidal Wave. Как вы видите, все очень даже неплохо. Ранее я вам рассказывала о том, что я купила семена 4 цветов по 10 штучек за 80 рублей пачечка 10 штук. Цвета были Silver, Cherry, Red и пурпур. Вот такие вот у меня замечательные сейчас подростки, назовем их так. А если я вижу перспективу для черенкования, то сейчас буквально, может быть, неделечку я приступлю к черенкованию тайдлов. А почему сейчас нет? Потому что, во-первых, еще есть перспективы для роста. Пусть еще подрастут. А во-вторых, как говорится, немножечко есть другая работа. В итоге могу сказать, что всходит очень неплохо, мне все понравилось. Сошло, наверное, процентов 85. Немного моя была вина, я там некоторые загубила. Но опять же, за всем не уследишь. Но самое главное, что сколько-то у меня есть. Есть все сорта, что меня порадовало. Начеренкуем, размножим до нужного количества. Очень интересный данный вид петунии. В том, что она создает огромный шар диаметром 2 метра. Очень благодарна, цветет до поздних морозов. Самое главное, что, изучив информацию по тайдлам, многие пробуют его сохранить в зиму в теплой теплице, что я попробую сделать. И он хорошо черенкуется. То есть, заимев на рынке либо из своих всходов, буквально там 2-3-5 всходов, вы сможете размножить их до нужного вам количества. Они у меня сейчас сидят в полулитровых горшках. Такой вот у меня сейчас. Их видно уже, они пошли прям в бока расти. То есть это видно, что это чисто ампельный цветок. Именно серия ампельная. Так как в основном вся остальная петунья, которая кустовая, либо там еще какая подсортность, очень много. Может, там гибридная или еще что-то. Может, даже и геномодифицированная есть, ей тоже занималась. Ее видно, что та уже ползет вверх, а это растет горизонтально. Вот такой вот у меня результат по тайдалу. Очень я довольна, рада. Буду надеяться на успешное развитие и черенкование. Но опять же, это все позже. Самое главное, что у нас они взошли. Огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много интересного. Как говорится, сейчас только самое начало. Самое интересное у нас будет впереди. Всего доброго!